Ахта Сити Лайф, питерская компания, была основана в 2015 году. Старт продаж продукта начался в 2017 году. В течение 2 лет наши создатели готовили продукт для того, чтобы представить его людям. Да? 2 года ушло на то, чтобы продукт был уникальным, чтобы он максимально быстро, максимально грамотно работал, потому что это IT-продукт. IT-продукт на самом деле очень серьезная история на сегодняшний день. Да? Все самые, скажем так, богатые люди нашего, на сегодняшний день в нашем мире, это люди, которые занимаются IT-продажами, IT-продуктами и так далее. Идея нашей компании – это сделать уникальность и, главное, польза для людей, для того, чтобы люди на сегодняшний день на ежедневной основе экономили на своих покупках. Да? Как показывает статистика, люди, которые пользуются нашим сервисом, и люди, которые на сегодняшний день в тенденции, которые четко понимают, что мир меняется, да, в среднем экономия одной семьи, в зависимости от их, ну, скажем так, привычек, в среднем занимает от 30 до 70 тысяч рублей в месяц. Это путешествие, это еда и так далее и тому подобное. Идея наша, она основана на базе агрегаторов. То есть City Life – это агрегатор, который, в свою очередь, собрал все топовые компании, такие как AliExpress, Aviasales, Booking, Qvita и 1000 многих компаний на сегодняшний день. То есть идея в том, что мы на одной платформе собрали 1000 магазинов, 1000 ресторанов и так далее, да, чтобы людям могли в одном месте совершать свои покупки и при этом зарабатывать, возвращать кэшбэк. Кэшбэк знаете, что такое? Да, на сегодняшний день кэшбэк – это также очень интересная маркетинг-история. Кэшбэк дают банки, кэшбэк дают магазины. То есть кэшбэк на самом деле – это очень модное, трендовое направление. И мы не являемся исключением. Мы также даем возможность нашим пользователям возвращать в виде кэшбэка и в виде скидок со всех своих покупок на каждую секунду, каждую минуту. Вот приведу пример, да, AliExpress. Платформа AliExpress не имеет ни одного своего собственного магазина. Они просто что? Являются площадкой для размещения данных магазинов, да. И также они являются площадкой для того, чтобы люди могли заказывать себе товары. Но AliExpress на самом деле это очень уникальная компания, да. Вот, и благодаря и AliExpress, и Aviasales наша компания также может себя назвать уникальной, потому что у нас есть такая возможность быть агрегатором агрегаторов. Да? На сегодняшний день собственник AliExpress, он зарабатывает грубо говоря, не имея одного крупного бизнеса, он имеет 1000 бизнесов, понимаете, да, в своей истории. По агрегаторам все понятно? Идея. Ну, теперь поговорим о компании City Life. Как выглядит наша компания? Офис нашей компании находится в городе Санкт-Петербурге. Численность сотрудников 202 человека. Пользователей сегодня, сегодняшний день, по всему миру уже 362 тысячи. Это люди, которые на каждую секунду пользуются что нашим сервисом. Наш продукт распространен в 8 странах. У нас офлайн и онлайн заведения 7240. Офлайн – это имеется в виду заведение на земле, онлайн – это заведение в интернете. Да? 506 городов. То есть на самом деле география уникальна, потому что компании по сути с 2015 года, и мы уже представлены в 8 странах. Это очень на самом деле говорит о статусе компании. Да? Мы представлены в таких странах, как Турция, Германия, Дубай, Беларусь, Казахстан, Азербайджан. Спасибо большое. Да? В чем заключается вообще вот компания? Да? Идею мы с вами уже разобрали. Это сайт, это приложение. Далее идем. Не работает у меня что-то у нас. Ну, это страны. Узбекистан, Казахстан, Россия, Армения, Турция, Германия, Беларусь. Естественно, ну, вы понимаете, что когда российская компания выходит на такой международный уровень, я патриот России, несмотря на то, что я постоянно путешествую, постоянно выступаю на бизнес-конференциях, да, я всегда с гордостью рассказываю, что компания City Life – это российская компания. И самое интересное, когда, допустим, какие-то компании международные, да, я говорю, слушайте,
Это круто, конечно, но я знаю, есть офис, я знаю основателей, я знаю, у кого... Ну, это очень важный момент, то есть, грубо говоря, я знаю, где находится компания, я знаю, куда я могу прийти и задать все свои, что интересующие вопросы. То есть, это очень важный момент. Что скрывает собой приложение? То есть, это заведение в городе, онлайн, как мы еще раз говорили, билеты, туризм, транспортная карта, Яндекс.Такси, мобильная связь. Давайте поэтапно. Мобильная связь. Компания, так как компания четко понимает, что мы хотим зарабатывать и хотим улучшать жизнь не только людей, которые ходят в рестораны, но и хотим также улучшать жизнь, когда люди пользуются что мобильным телефоном. Мы работаем на вышках Билайн, с каждой транзакцией мы возвращаем кэшбэк. Очень приятная история. Представляете, мы пользуемся телефоном что каждую секунду, да? Но нам ни одна компания не платит за то, что мы просто платим за услугу, все. В данной истории, когда вы ежедневно кладете на телефон деньги, вам возвращается кэшбэк. Если вы делаете это, естественно, через компанию CityLife и через приложение. Мы работаем на вышках Билайн и на сегодняшний день уже на Теле2. Следующий момент – Яндекс.Такси. Яндекс.Такси – один из самых уникальных, ну, скажем так, перевозчиков. Очень такие они продвинутые бизнесмены. Они на сегодняшний Uber такси купили. У них очень грамотная политика бизнеса именно как перевозчика, да. И на сегодняшний день мы являемся их одним из самых стратегических партнеров. То есть кэшбэк, который вы накапливаете в компании CityLife, вы можете с легкостью рассчитываться в компании Яндекс, и наши все партнеры-пользователи являются корпоративными клиентами данной истории. И плюс еще каждые 3 месяца возвращается 20% ЭДС, возвращается лично вам. Следующая – транспортная карта. Наша карта интегрируется, и наш сервис интегрируется с картой подорожник. То есть на сегодняшний день у нас подключены метрополитен города Санкт-Петербурга, метрополитен города Москвы и весь Татарстан. Теперь давайте просмотрим само приложение. Да? Что мы видим? Личный кабинет, заведение в городе, карта партнеров, да, и еще уникальность того, что кэшбэк, который вы накопили, допустим, в России, да, вы спокойно едете в Германию, заходите в наше приложение, смотрите, какие у нас партнеры на площадке, и этот кэшбэк можете тратить в этих заведениях. То есть, очень важный момент, что нету привязки данной истории к какой-то конкретному ресторану, какому-то конкретному городу. Приведу пример, да, это очень важный момент. Если, допустим, у вас в голове, да, такой момент, ну хорошо, там, в заведениях тоже идут скидки и кэшбэк, ну, скидки, баллы там и так далее. Но как показывает практика, если вы в каком-то, да, вот что-то мы накопили, приходим и говорим, ой, простите, у вас все сгорело. Это очень сложно, так, я вот накопила там в магазине, вот, а может не 1 числа не нужно, да, то есть это называется маркетинг очень агрессивный. Мы в данном случае не меняем привычек людей, то есть мы не говорим, ходите туда, не ходите туда, вы ходите туда, куда вы привыкли. Наша задача максимальное количество партнеров, чтобы они были на платформе, чтобы вам был большой выбор, да. И на сегодняшний день мы делаем все для того, чтобы магазинов стало больше, ресторанов стало больше, компаний топовых стало больше, чтобы вам стало удобнее, что пользоваться. И здесь очень важный момент, что наши кэшбэк и наши баллы, они не сгорают. Накопили вы его в 2018 году, вы можете спокойно его потратить, что в 2019. Это очень важный момент. Это колоссально, чем мы отличаемся от других, ну, скажем так, компаний лояльности. Это очень важный момент. Следующий, платежный код. Ну, все, кто уже пользуется, знают, что это такое. Платежный код – это ваш идентификационный номер, который вам позволяет при каждых действиях, да, получать скидку и кэшбэк. Все очень просто. Приходите в заведение, просите счет, говорите, что вы хотите воспользоваться программой CityLife, подходит человек, платежный код вам предоставляет, считывается и дается вам скидка и кэшбэк. Кэшбэк начисляется сразу, сию секунду. Это тоже очень важный момент. Это очень много было вложено, это средств и сил, и денег для того, чтобы это все работало автономно. Потому что если, как у нас, да, менталитет российский, я верю только в то, что вижу, я не верю в то, чего не вижу, да. Поэтому это очень важный момент. Нужно, чтобы все работало четко, как часы. Здесь магазины у нас, заведения, и перед тем, как перейти к следующему, я хочу вам показать ролик
именно технически, как мы делаем и совершаем покупки. То есть сейчас я вам сказала практику, сейчас я хочу технически